15 дополнительных рабочих мест появится на Чебоксарском трубном заводе. Там прошел торжественный запуск цеха производства новых полимерных труб. Торжественная церемония разрезания красной ленты дала старт новому производству. Открытие цеха приурочили к 20-летию завода. Каждый такой успешный запуск новой линии – это победа, где-то маленькая, где-то большая. Ну а самое главное – это серьезный вклад в развитие вашего общего дела. А любое дело в республике – это в развитие в итоге в республике. Безнапорные трубы серии «Спиралайн» делают из полиэтилена высокой плотности. У труб небольшой вес, отсутствует коррозия, высокая прочность и герметичность. Сравнительно высокая скорость соединения и низкие затраты при монтаже. Открытие нового цеха позволит производить трубы даже лучше импортных. Мы увеличиваем штат на 15 человек. Будет увеличенный штат машинистов, службы качества. Работа у нас идет круглосуточная, день и ночь. Если многие предприятия города могут похвастаться технологическим процессом ежегодно, то вы уже не перестаете удивлять ежеквартально. Так держать трубный завод – это история про людей. Это 270 человек персонала, за каждым из которых члены семей, уверенно смотрящих в будущее. Самые теплые пожелания – удачи, успехов. Спасибо. Это импортозамещающее производство. К примеру, из таких труб строят колодцы, очистные сооружения, канализационные станции. Продукция завода особенно необходима для реализации инфраструктурных проектов в рамках важнейших федеральных и республиканских программ. Александр Атяков, Павел Иритков, Республика.